Жилье построили хорошее. Хорошее. Но вас предупредили, что без объектов соцкультбыта мы микрорайон не примем. А как же? Ого! Я бы так. Поехали, пятый микрорайон. Автобус пустим до центра. В центре все есть. Все мы любим природу. Но кроме любви, природе нужна забота. У нас есть предприятия, которые очень любят природу и периодически переводят большие суммы на ее имя. Так, например, Новомосковское объединение «Оргсинтез» Тульской области в 1986 году перевело природе 49 тысяч и 74 тысячи рублей. Рошальский химкомбинат Московской области за один прием щедро одарил ее суммой 78 тысяч рублей. Вот что говорит лесничий Рошальского лесничества Леонова. От химических веществ, которые выпускает Рошальский химкомбинат, дерево в нашем лесу погибает. На площади 17 гектаров больные деревья, потерявшие хвою, приходится вырубать. Минуточку. Выходит, эта плата вовсе не за любовь к природе, а за зло, которое ей причиняется. Может, и во Владимире любовь к природе ни при чем? Природа этого прекрасного старинного русского города на берегу Клязьмы недавно стала богаче на целых 500 000 рублей. Раскошелилась теплоэлектроцентраль, находящаяся прямо в черте города. ТЭЦ Владимирской области является крупнейшим загрязнителем реки Клязьмы. Она сжигает уголь, и этот уголь на гидрозолоотвалах не оседает в должном количестве, а сбрасывается в реку Клязьму. 9 июня 86 года буквально за одни сутки было сброшено 37 тонн золы. Насчитан иск 492 тысячи рублей. Выходит, 492 тысячи, о которых сообщает старший инженер, госинспектор Владимирской гидрохимлаборатории Минаева, это вовсе не пожертвование в пользу природы, а скорее искупление за причиненный вред. О том, каковы масштабы этого искупления в целом по стране, говорит госарбитр РСФСР Бондарев. За последние пятилетия сумма взысканного штрафа возросла почти в два раза. С 16 до 30 миллионов рублей. Ладно, как бы мы это ни называли, штрафы или пожертвования, иски или подачки, но все-таки 30 миллионов – это сумма, которая была бы природе очень кстати. Взысканные госарбитражами суммы поступают в доход союзного бюджета, которые должны выделяться министерствами для строительства, реконструкции и ввода новых очистных сооружений. Так это же прекрасно! Очистные сооружения – это то, о чем в природе можно только мечтать. Однако на практике руководители предприятий и организаций расходуют эти средства на природоохранные мероприятия, к сожалению, в последнюю очередь. А знаете, на что идут эти деньги в первую очередь?
Министерство заранее планирует их для уплаты штрафов. То есть штрафы сначала взимаются, а вырученные деньги идут на новые штрафы. Просто-таки кругооборот штрафов. При этом не нужно строить очистных сооружений, потому что штрафы платить проще. Кто же разорвет этот заколдованный круг? А может, нужен более совершенный закон об охране природы? Вызывали? Милый мой, не вызывал, а просил зайти. Прочитал тезис этого завтрашнего доклада на собрании. Отличный доклад. Отличный. Смело, принципиально. В одном месте я даже хохотал. Правда? Правда, да. Вот это место сейчас. Сейчас я покажу. Вот. Плохо работаете, товарищ министр. Обхохотался. Правда? Именно правда. Именно правда. Не в бровь, а в глаз. А я боялся, что тут я слишком... А вот и видно, что ты боялся. А нам сегодня бояться нечего. Чего нам бояться? Сегодня острота нужна. Ну, министр, да, ну развалил же. А разве он один развалил? А заместители что? Причем заместители-то больше, значит, они и виноваты больше. Давай заменим для остроты. Плохо работаете, товарищи заместителя министра. Чувствуешь? Ну... И я не чувствую. Нет, и я не чувствую. И я не чувствую, потому что... Что это за масштаб? 3-4 зама, что это за начальников главков? Еще больше? Так и напишем. Плохо работаете, товарищи начальники главков... И все? Согласен? Нет, я... Нет, я не согласен. Остроты мало. Мало остроты. А критика сегодня должна быть острой, принципиальной. Не поймут нас, боюсь. А если так? Плохо работаете, товарищ директор. Как? Мне кажется... Мне тоже кажется. А что мы на одного директора? На стрелочника. А критика должна быть целенаправленной. Давай скажем так. Плохо работаете, товарищи с завода. И все, и нечего бояться. И даже я тебе скажу, с завода-то не надо. А просто плохо работаете, товарищи. М? Чувствуешь масштаб какой? Видишь? Вижу, вижу. И даже, знаешь что, знаешь, даже товарищи не надо. Потому что тот, кто плохо работает, тот ведь нам не товарищ. Правда? Просто сделаю. Просто. Плохо работаете. И все? И все? Согласен? Ну, честно сказать... Куцевато, куцевато, да-да-да, но точно. Плохо работаете. Черт, это какого-то ударного слова не хватает. Плохо работаете. А что, если так? Плохо работаете. Господа. А?